Я туда живу. Это, да, принадлежит 80-е, типично. Какой-то этот... И Type напоминает вот это вот. Какой-то там типа Set the World on Fire, такие типа. Да, и гвоздица убойно. Ну, как бы синтовая. Здесь только бит странно было, как бы склеили. Прям металл, да. Какой-то еще крутой был, должен быть этот, с рептилией, да, ща. Здесь тоже какой-то крутой саундтрек должен быть. Да, вот этот. Да, это. Да, да, точно. Вот этот, да, он еще хроматический вкус прикольный. Я помню, дико мешал этот хруст сраный, да, слушать. Хотел этому злобу только вычинить, его слушать. Это, конечно, да, было перемотано прям тысячу раз все. Ради музла. Там, кстати, неплохой тоже еще, где пиздил какой-то Джонни Кейдж со Скорпионом в лесу. Тоже там какой-то метальчик такой зарубается. Поэтому тут, конечно, по музлу, да, круто наделали.